Константин Генич и Георгий Черданцев. С вами «Дождь льет», но поле готово к такому. Посмотрим, как состав Боруссии Мёнхенгладбах. Двое центральных полузащитников отвечают за креатив в атаке. А вот третий сдерживает наступление противника. Играть с расстановкой для высокого прессинга будет сложно сопернику мяч удержать. Знаешь, ставка на прессинг может как за, так и против сыграть. Весь матч играть в отборе на всем поле крайне сложно. И такая тактика всегда открывает возможность для контратак и дальних передач в зоны, которые этот прессинг... Константин Генич и Георгий Черданцев. С вами «Дождь льет», но поле готово к такому. Посмотрим, как состав Боруссии Мёнхенгладбах. Двое центральных полузащитников отвечают за креатив в атаке. А вот третий сдерживает наступление противника. Играть с расстановкой для высокого прессинга будет сложно сопернику мяч удержать. Знаешь, ставка на прессинг может как за, так и против сыграть. Весь матч играть в отборе на всем поле крайне сложно. И такая тактика всегда открывает возможность для контратак и дальних передач в зоны, которые этот прессинг... Константин Генич и Георгий Черданцев. С вами «Дождь льет», но поле готово к такому. Посмотрим, как состав Боруссии Мёнхенгладбах. Двое центральных полузащитников отвечают за креатив в атаке. А вот третий сдерживает наступление противника. Играть с расстановкой для высокого прессинга будет сложно сопернику мяч удержать. Знаешь, ставка на прессинг может как за, так и против сыграть. Весь матч играть в отборе на всем поле крайне сложно. И такая тактика всегда открывает возможность для контратак и дальних передач в зоны, которые этот прессинг... Константин Генич и Георгий Черданцев. С вами «Дождь льет», но поле готово к такому. Посмотрим, как состав Боруссии Мёнхенгладбах. Двое центральных полузащитников отвечают за креатив в атаке. А вот третий сдерживает наступление противника. Играть с расстановкой для высокого прессинга будет сложно сопернику мяч удержать. Знаешь, ставка на прессинг может как за, так и против сыграть. Весь матч играть в отборе на всем поле крайне сложно. И такая тактика всегда открывает возможность для контратак и дальних передач в зоны, которые этот прессинг участвует в европейских турнирах. Так что большими матчами стадион не обделен. В любом случае, в качестве уютного дома для родной футбольной команды арена подходит идеально. Потери. Все в оборону. Не дали времени что-то создать они и начали сами прессинговать, отобрали мяч. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. Отличную форму набрал сейчас Ларс Штиндель. Хорошую игру он демонстрирует. Он очень здорово чувствует партнеров и является важным элементом в комбинационной игре своей команды. Атакующая комбинация Боруссии. Крамер. И мяч оказывается у голкипера.